Горит, гремит Миусский фронт. Лежат бойцы огнем прижаты и не берут бетонный дот. Без артиллерии гранаты на белом мартовском снегу. Матросов черные бушлаты здесь не дадут пройти врагу. Отчизны верные солдаты, веками уст ты помнишь эти дни, когда вода кипела от осколков, здесь шли с врагом неравные бои. На трех бойцов всего одна винтовка, веками уст ты помнишь эти дни, когда вода кипела от осколков, здесь шли с врагом неравные бои. На трех бойцов всего одна винтовка. Горит земля, горит металл, стреляют вражеские танки. Миус от крови красный стал. Атаки день и ночь, атаки. Какой великою ценой досталась родине победа, и каждый, кто здесь был, герой. И мы должны все помнить это. Веками уст ты помнишь эти дни, когда вода кипела от осколков, здесь шли с врагом неравные бои. На трех бойцов всего одна винтовка. Все стояли как один, казак, грузин, татарин, русский, и белорус, и армянин. Фронт был для всех один Миусский, навечно в памяти людской остались имена и даты, и то, как шли в последний бой матросы наши и солдаты. Веками уст ты помнишь эти дни, когда вода кипела от осколков, здесь шли с врагом неравные бои. На трех бойцов всего одна винтовка. Советская санитарная палатка. Немногочисленный медперсонал спешно перевязывает оставшихся. Реконструкция будет сопровождаться песнями техмед. Сейчас играет песня «Наш паровоз вперед летит». Будут представлены песни как нашей стороны, так и стороны противника. Мы слышим речь товарища Сталина от 7 ноября 1941 года. В 8 часов утра в городе Москве состоялся парад, торжественный парад. Подготовка к нему проходила в условиях строжайшей секретности. На мавзолее стояло руководство вооруженных сил рабоче-крестьянской Красной Армии, руководство государства. Было снято 550 советских истребителей, чтобы прикрыть поступы в Москве на случай прекрасной Польши. С красных звезд на трубе были сняты чехлы.
Великая освободительная миссия выбора на Путь передостойный этой миссии. Освободительный, справедливый. Пусть этой войны. Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьминина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас непобедимое знамя великого Ленина. За полный разгром немецких захватчиков, смерть немецким оккупантам, да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость. Он с нами не верится. Вперед, победу! Пешая колонна рабочей крестьянской Красной Армии проходит, не останавливаясь в тыл. Идет бой за госпиталь. Советские войска отходят. К санитарной палатке мотоциклисты начинают кричать немцы в деревню. Подъехав в госпиталь, один из мотоциклистов спешивается, докладывает старшим медикам о прорыве немцев. Затем мотоциклисты помогают загрузить в кузов грузовика раненых, после чего мотоциклисты выходят с немецких. Госпиталю подходит немецкая мотоциклистная колонна. Немцы занимают позиции госпиталя, советские войска занимают оборонительные позиции. Румынские войска, захватив госпиталь, грабят его, пока немецкие войска. Атаку на советские позиции. В тактику немцев входило посылать перед собой менее боеспособные румынские войска, чтобы выбить основные силы, чтобы подготовить почву для своего наступления. Мы слышим звуки немецкого марша.
наша Эрика. Это одна из самых распространенных войн песен Второй мировой войны с немецкой стороны. Немцы двигаются в атаку при поддержке своей бронетехники. При поддержке обоих немецких бронеавтомобилей немецкого бронеспехота на подразделении на кобра-полченцев, частично уничтожив обороняющихся бойцов. После занятия ополченских окопов и захвата в плен советских бойцов, пленных под конвоем по горю грузовику отправят в подразделение. Оказавшись перед хорошо укрепленной оборонительной линией рабочей крестьянской Красной Армии, немцы, согласно с летателем, также начинают артиллерийскую подготовку. Вы слышите взрыв. После артподготовки немцы румыны также двумя подразделениями начинают атаковать первую основную линию окопов советских войск. На флангах их поддерживают два пулемета автомобиля. Под прикрытием дымов бронеавтомобиль с немецко-румынской пехотой захватывает первую линию окопов рабочей крестьянской армии. Молниеносным броском была взята первая линия обороны. Немцы занимают первую линию обороны и готовятся к дальнейшей атаке. Мы слышим звуки следующей песни «Шестерочек Гренадия», которая также являлась одним из распространителей вашей немецко-фашистских войск. Как с фланга наступает немецкое подразделение, заходя
фланг советских позиций. Пытаются взять наши позиции в Кричище для того, чтобы уничтожить их и пробить, очистить себе дорогу на Ростов. Советские войска из последних сил оружейно-пулеметным огнем удерживают наступательный порыв войск вермахта. Мы видим типичную картину тяжелого стрелкового боя, который переходят в рукопашные схватки. Часть красноармейцев погибает в окопах, но не сдаются их позиций.